Обыкновенный фашизм. Показывая вам нашу картину, мы, разумеется, не рассчитываем осветить все стороны такого явления, как фашизм. Это невозможно в пределах одной картины. Да это невозможно хотя бы потому, что многое, очень важное, не оставило никаких следов на пленке, не было снято. Из огромного количества материала мы отобрали то, что показалось нам самым поразительным. То, что дает нам возможность вместе с вами поразмышлять. Веселый кот, голодный кот, хитрый кот. Медведь, грустный лев в зоопарке. Едва научившись лепетать и ходить, человек испытывает потребность в творчестве. Никакие разные эти ребятишки. Они наблюдают мир, стараются запечатлеть его как могут. Стройка, первый снег. Стадион. 20 век. 21 век. Эти люди не знают, что мы их снимаем, и нам хочется, ну, просто извиниться перед ними, что ли. Мы пришли в один из московских вузов в дни приемных испытаний, установили камеру во дворе и постарались незаметно подглядеть, как люди ждут результатов, как по-разному проявляются характеры. Как по-разному они ждут. Ну, известно, что на экзамен надо надевать самые старые туфли. И ни в коем случае не стричься, это просто опасно. А вот и результат. Поразительно разнообразен человек. А этих уже ждут. Я думаю, их ждут. Но их ждут ведь тоже по-разному. Разве что любовь делает людей в чем-то похожими друг на друга. Это Москва. А это уже Варшава. Там внизу много людей, но каждый из них видит мир по-своему. И каждый из них человек. Для каждой матери ее ребенок лучший в мире. И для каждого ребенка его мать самая лучшая в мире, самая красивая, неповторимая. «Моя мама самая красивая» называется вот эта серия детских рисунков.
Моя мама балерина, а моя мама певица. И для этого берлинского малыша его мама самая красивая. Так же, как для этого московского малыша. «Deutschland über alles» написано на этом столбе. Германия превыше всего. Германия надо всем. Сейчас в Европе возникли новые музеи. Музеи на месте бывших концлагерей. Деревянные бараки давно сгорели, торчат только трубы среди травы. А каменные остались целы. Тоже все заросли бурьяном, полевыми цветами. Вот в этот барак можно войти. Давно выветрился здесь запах человеческого тела. Здесь умирали тысячи. А сейчас посетитель музея оставляет надписи на стенах, как оставляет их повсюду. Давно остыли эти печи со свежевыкрашенными дверцами. И не работает ванна начальника крематория. Он устроил ее тут же, рядом с печами. За стеклом со специальными приборами лежат эти тонны женских волос. Они перестали быть похожими на волосы. Свалялись, как войлок. За стеклом эти тысячи протезов. В огромном бункере лежат детские ночные горшочки. Матери, приезжавшие сюда с детьми, думали, что будут жить. Этот аккуратный холм сложен из пепла и костей миллиона человек. Ну, разумеется, это тоже люди. Вернее, они думают, что они люди. Но это уже толпа. Масса, как любил говорить Гитлер. Толпа. Здесь отдельный человек не стоит ничего. Стоит только десятки, сотни тысяч, миллионы. Для фюрера поставлено одно кресло. Одно. Для него. Сейчас он сядет. Сел. Примерно в это время в старинном немецком городе был изготовлен особенный, уникальный экземпляр книги Адольфа Гитлера «Майн Кампф», этой Библии германского фашизма. Для этой книги отобрали телят лучшей немецкой породы, ободрали с них шкуры
и обработали эти шкуры на старинных станках. Вот перед вами станок 18-го столетия. Мастера, проверенные до 10-го колена, изготовили из этих шкур особо прочный пергамент. Бригада художников специальной тушью, особыми перьями, шрифтом, который обсуждался в десятках канцелярий, от руки переписала эту книгу. Эти кадры взяты нами из культурфильма, который называется «Книга немцев». Вот, слышите, диктор? Это очень длинный культурфильм. Разумеется, мы включили только ничтожную часть кадров. Что до содержания книги, то, пожалуй, жаль, что не все прочитали ее достаточно внимательно. Если бы все немцы вдумались как следует в содержание книги, пожалуй, судьба Германии могла бы стать иной. Бригада горняков спустилась в старинную немецкую шахту и руками добыла здесь руду. Руда была переплавлена в особых печах. Из нее были изготовлены переплетные доски. Это были листы нержавеющие, притом тугоплавкой стали. Вот их куют. Сейчас их закрепят, и книга будет готова. Она должна была храниться 1000 лет, не испортиться, не потускнеть, не заржаветь, ибо ровно 1000 лет должен был длиться Райх Адольфа Гитлера, Третий Райх. Сейчас книгу заключат в специальный саркофаг, вот, а затем похоронят ее в особом мавзолее. Адольф Гитлер был известен полиции с 12-го года еще. Вот его полицейская карточка. Сын мелкого чиновника, неудавшийся художник. Он был ефрейтором в Первую мировую войну. А после войны стал платным осведомителем Рейхсвера. Этот завсегдатый пивных был направлен в качестве осведомителя в возникшую вскоре после войны национал-социалистическую и немецкую рабочую партию. Ну, насколько эта партия была социалистической и рабочей, вы можете судить по этим кадрам старой хроники. По этим дефилирующим господам и по тем, кто принимает этот парад. Но Гитлеру партия понравилась. Он записался в нее под номером 7 и решил, вот что бы то ни стало, стать номером 1. Мелкий буржуа, обыватель, он превосходно понимал душу обывателя, был ловким демагогом, стал в скорости главным оратором партии, а потом и фюрером этой нацистской партии. Примерно к этому времени на улицах немецких городов стали появляться вот эти ребятки в форме. Вот эти знаки свастики, это идут штурмовики, главная опора партии. Кадры штурмовиков вербовались из числа мелких лавочников, вот это мясник, а вот тут булочник выходит. Из числа чиновников, деклассированных элементов, не брезговали и просто уголовниками. Гитлер как-то сказал: «Мне нужны люди с крепкими кулаками, которых не остановит принципы, если нужно укокошить кого-нибудь». Вот эти люди с крепкими кулаками. «А если не сопрут при случае часы», — добавил Гитлер, — «ну что ж, не беда». Обыватель с интересом присматривался к этой новой партии, к новой форме. Ему импонировали эти оркестры, мундиры и знаки. Гитлер поначалу еще не умел держаться как фюрер. Сейчас вы это увидите. Но он тренировался, тренировался упорно. Вот он практикуется в произнесении речей перед зеркалом. Это кадры из альбома его личного фотографа. А сейчас увидите, как он применяет эти навыки на практике.
Он выступал часто и обещал очень много. Обещал благосостояние для всех. Обещал вернуть утраченные по Версальскому договору земли. Квартиронанимателям обещал снизить квартирную плату. Домохозяевам повысить квартирную плату. Владельцам универсальных магазинов обещал уничтожить конкурентов. А мелким лавочникам уничтожить универсальные магазины. Вообще он не скупился на обещания. Зиг Хайль. Слеты и парады штурмовиков делались все более мощными. Они стоили немало денег, но партию финансировали очень щедро. Финансировали какие-то тайные источники. На одном из слетов, например, уже в эти годы был съеден 1 000 000 или 1 200 000 сосисок. А к 1934 году это количество дошло уже до 2,5 миллионов сосисок за один слет. Связь с Рейхсвером видна в каждом кадре. Обрядности, форме придавалось огромное значение. Это обряд освящения знамен. Посмотрите на лицо Гитлера. Как быстро он вырос, так сказать. А парады в городах стали принимать просто угрожающие размеры, походили уже на какие-то государственные мероприятия, хотя партия нацистов еще не была у власти. Для прихода к власти нацистам нужен был Гинденбург. Вот он. Старый императорский генерал, ближайший сподвижник Вильгельма II, Гинденбург волею судеб оказался президентом Германской республики. Уважение к кайзеровскому мундиру и жажда реванша сделали свое дело. Вряд ли он даже понимал, что такое республика. Но, простите, он, кажется, да, он заблудился. Ничего, сейчас выйдет, выйдет. Все в порядке, вышел. Так вот, я говорю, вряд ли он понимал даже, что такое республика, и тем не менее оказался ее президентом. Старый аристократ, он презирал Гитлера, называл его ефрейтором, но в 1933 году он получил письмо от крупнейших капиталистов, от хозяев монополий. Письмо было, грубо говоря, подписано 2 миллиардами марок, и эти 2 миллиарда марок требовали от Гинденбурга, чтобы он назначил Гитлера рейхсканцлером. Крупному капиталу нужен был диктатор. Гинденбургу не хотелось назначать Гитлера, но 2 миллиарда марок. Сейчас увидите, как он расстается с 20 пфенигами и поймете, что такое для него 2 миллиарда марок. Сейчас. Расстался. Аккуратно застегивает кошелек. Как бы то ни было, он назначил Гитлера рейхсканцлером. Его приветствовали фашистским приветствием. Впоследствии Гитлер говорил, мы обработали старого господина за 3 недели. Он более чем почтительно поблагодарил Гинденбурга за эту услугу. И вот Гитлер в своем кабинете. Поначалу он держится коллегиально, не хочет даже сесть первым, предлагает другим. Членами кабинета были Геринг, фон Папен, Бломберг, Фрик, Гугенберг. Соратники Гитлера по партии и крупные капиталисты. Гитлер сидит. С этой минуты судьба Германии круто изменилась.
Посмотрим, что интересовало кинематографистов Запада в эти годы. Годы прихода Гитлера к власти. Это кадры из обозрения мира. Вот перед вами английский король. Кстати, он был двоюродным братом Николая II. Был еще жив тогда. А это бывший король Испании, его тоже сняли. Исключительно интеллектуальное лицо. Король Норвегии, очевидно, на спуске корабля. Королева Нидерландов спускается с собственной яхты. Шведский король играет в теннис. Очень недурно играет, несмотря на преклонный возраст. Бывший император Германии Вильгельм II кормит уток. Франция, Бриан. Герой Первой мировой войны Клемансо по прозвищу Тигр. Президент Франции Лебрен в кругу семьи. Крупные политические деятели Запада полагали тогда, что придя к власти, Гитлер будет придерживаться умеренной политики. Посмотри на этого дяденьку. И никто из властителей Европы не подозревал, какую роль в их судьбе сыграет этот дяденька. Гитлер и прочие посещают оперный театр. Эти кадры тоже включены в обозрение мира как важнейшие. Маленькая речь в честь Гинденбурга. Чуть-чуть похож на Гинденбурга. Впрочем, эти тюлени включены в обозрение, разумеется, совсем не по этой причине. Просто зрителей кино всегда занимало, когда животные похожи на человека. Вот и попали тюлени в обозрение вместе с королями и Гитлером. Двадцатый век оставался 20-м веком. Кончилась только первая его треть. Население планеты еле перевалило за 2 миллиарда человек. На этих гонках оно немножко уменьшилось. Это не 64-й год. Это 34-й год. Похоже, однако. Тоже явление 20 века. Кэп Кэллоуэй, знаменитый джазовый певец, корифей 30-х годов. Самая модная песенка 30-х годов. Ее исполняли во всех столицах мира. Это Нью-Йорк. Очень жгучая и прекрасная, как люблю я вас, как боюсь я вас. Знать увидела вас, я не в добрый час. А это не то Лондон, не то Париж.
Все шло как обычно. Вот только Марлен Дитрих не вернулась в Германию. Не вернулась по политическим соображениям. Сейчас она дает интервью. Пока в ожидании лучшей работы, она демонстрирует моды в Голливуде. А рядом конкурс на пропорции Венеры. Не подходишь ты в Венеры. Вот это уже лучше. Эти Венеры зарабатывают другим путем. Питаться, так сказать, надо. Нью-Йорк, конечно. Даже в этом чувствуется 20 век. И в этом. Упражнение полицейских с чучелами. Веселое представление. То же самое в натуре. А это уже Лондон. Здесь были особые причины для уличных беспорядков. Дело в том, что главарь английских фашистов Мосли, вот он идет посредине, вот перед знаком, это Мосли, он идет на митинг, собирается произносить там речь. Лондонцы стараются его побить, полиция берет его под защиту. Марсель. Во Францию прибыл король Югославии Александр по приглашению министра иностранных дел Барту. Дело в том, что Барту очень опасался Германии, был сторонником сближения с Советским Союзом и пытался договориться о том же с балканскими государствами. И Барту, и король Александр были застрелены в машине. А убийца был убит. Убит на месте. Убит полицией. Это поразительно напоминает всю историю с убийством Кеннеди. Впоследствии выяснилось, что убийство было организовано из Берлина. Но тогда этого никто не знал. Преемником Барту был назначен Лаваль. Он придерживался германской ориентации. Впоследствии судили за предательство. Политика Франции круто изменилась. Вернемся, однако, в Германию. Посмотрим, что там происходит. В течение 3 суток после прихода Гитлера к власти происходили вот эти факельные шествия, факельцуги. Я гляжу на этот поток огня и думаю, в чем был подлинный, глубинный смысл этих огненных спектаклей. Ну да, они демонстрировали мощь нового порядка, устрашали, возбуждали простые души. Но все-таки самым главным в этих факельцугах было то, что они помогали превратить человека в дикаря. Причем превратить его в дикаря в торжественной обстановке. Так что, превращаясь в дикаря, он чувствовал себя чуть ли не героем. А готовый на все дикарь был очень нужен Третьему Райху. Он нужен был прежде всего для того, чтобы истребить все, что противилось нацизму. Все, что стояло у него на пути.
Первый удар был нанесен по коммунистам. В концлагеря, в тюрьмы. За коммунистами социал-демократы, руководители профсоюзов, рабочие активисты, редакторы журналов, газет, радио и вообще все, кто осмеливался думать иначе, чем думает Гитлер. И вот я гляжу на эту огненную свастику и не могу примириться с мыслью о том, что в Германии, в стране великой культуры, к власти пришли полуграмотные и самодовольно тупые люди, которые сделали все, чтобы превратить человека в восторженного дикаря. Вот жгут книги. Тогда их жгли во дворах всех университетов. Перед Берлинским университетом выступал Геббельс. Он произносил очень возвышенную речь. Он говорил о торжестве германского духа, о новой культуре, а под эту речь студенты вместе с подручными Геббельса, вместе с эсэсовцами бросали в огонь книги. Кого же жгли? Жгли Толстого и Маяковского, Вольтера и Анатоля Франца, Ромен Ролана и Джека Лондона. А Геббельс говорил, а тем временем жгли лучших немецких писателей, жгли Хайне, жгли Томаса и Генриха Мана, жгли Фейхтвангера, Ремарка, Бертольда Брехта. Ну, разумеется, жгли Маркса, Энгельса, Ленина. Жгли труды величайших ученых неарийского происхождения. Человеческая мысль летела в огонь. А что же осталось? Осталось. Вот Академия наук в том виде, какой она постепенно приобрела. Выступает Геббельс, он представляет Академии нового президента, Зейс Инкварта. Вот ему вручаются президентские полномочия. Зейс Инкварт, гаулейтер Австрии, в общем, нормальный палач, произносит президентскую речь. Интересен состав слушающих. А вот это уже Академия права, выступает Франк. Состав присутствующих поразительно похож на тот, который мы только что видели. Кстати, эта Академия права приняла постановление, согласно которому любовь к фюреру является правовым понятием. Поэтому за нелюбовь к фюреру можно судить уголовным порядком. А вот это уже совещание сельских хозяев, не перепутайте с Академией права. Выступает министр Даре. Сидят сельские хозяева нового типа, так сказать, пахари Третьего Рейха. А вот вся верхушка империи встречают Гитлера. Мы тщетно пытались здесь найти хоть одного человека в штатском, хоть одно пальто, хоть одну шляпу. Однажды Гитлер сказал, найдут где-нибудь череп и заявляют, что это наш предок. Я утверждаю, что нашим предком неандерталец не был. Мы происходим прямо от древних греков. Вообще пропорции черепа были важной составной частью российской теории. Вот перед вами лектор. Он показывает, где расселены правильные черепа. Нордические черепа, так сказать, истинно арийские, германские черепа. В одной руке у него правильный череп, а в другой неправильный череп. В одной нордический, а в другой не нордический. Вот люди с правильными черепами, вот правильный череп. Вот правильный череп, тоже правильный череп. Вот целый ряд людей с правильными черепами. А вот неправильный череп Александр Сергеевич Пушкин, славянин, да еще с примесью негритянской крови. Или, например, Лев Толстой, но неправильный череп.
Я уж не говорю о Карле Марксе. Антон Павлович Чехова тоже неправильный череп. И у Маяковского. И уж совсем неверная голова у Эйнштейна. Бросается в глаза. Зато вот человек с правильным черепом, Мартин Борман. Говорят, до сих пор скрывает свой правильный череп где-то в лесах Аргентины. Или, например, Рэм. Какой прелестный череп. Штрайхер, главный проповедник по делам расизма, мракобесия и юдофобства, тоже, очевидно, полагает, что у него идеальной формы череп. Перед вами номер Deutsche Wochenschau гитлеровских времен. Мы откопали его в архиве Геббельса. Диктор говорит, посмотрите, как эти евреи делят между собой богатство Советского Союза. А в кадре Александр Петрович Довженко вручает диплом лауреата Сталинской премии Ивану Александровичу Пырьеву. Вот слышите, диктор? Вот сейчас. А это Пирогов. Серафимович. Этот номер характерен, это не Жданова, характерен для методов геббельсовской пропаганды. Это Тарханов. Штрайхер, между тем, продолжает свою речь. Он требует, чтобы Германия была очищена от неправильных черепов. Германия стала очищаться. Те люди с неправильными черепами, которые догадались вовремя уехать, те еще спаслись. Видите, на них специальные бирки. Они спускаются с парохода где-то за рубежом. А те, кто не захотел покинуть свою родину, не решился уехать, тем пришлось хуже. Перед вами кадры из пропагандистского фильма, сделанного по заказу Национал-социалистической партии. Фильм о том, как должны совершаться истинно арийские браки. Доктор спрашивает, документы представлены? Представлены. Невеста здесь? Здесь. Пусть войдет. Вот жених и невеста. Невеста входит. Жених ждет. Чуть-чуть взволнован. Фройлин, говорит доктор, когда два молодых человека вступают ныне в брак, они принимают на себя большую ответственность. Но мы не будем переводить дальше речь доктора. Мы позволим себе сослаться на более крупные авторитеты в данном вопросе. В одной из речей Кальтенбруннер заявил, надлежит обязать всех замужних и незамужних немецких женщин, родивших менее 4 детей, зачинать детей от мужчин безукоризненных с расовой точки зрения. Женаты ли эти мужчины, не играет никакой роли. Каждая семья, у которой уже есть 4 детей, должна предоставить мужчину для этого мероприятия. Слушайте, как слушает невесту, посмотрите. Мы не знаем, готов ли жених к восприятию этого заявления Кальтенбруннера или вот этот новый посетитель. Мы продолжим цитаты. Однажды Гитлер сказал, мне захотелось сделать что-нибудь для окрестного населения в Берхтесгадене. Тут население нечистое с расовой точки зрения, немножко слабое. Но после года пребывания здесь полка Лейбштандарт, в окрестностях появилось множество бодрых, здоровых, крепких ребятишек. Надо оказать такую же помощь населению Баварии и Восточной Пруссии и послать туда отборные войска для улучшения местной породы населения. В другой раз Гитлер сказал, вообще лет через 100 вся отборная часть немецкой нации будет продуктом деятельности СС. Но имеется в виду деятельность особого рода, так сказать, высокопродуктивная деятельность по разведению породистых детей. Процедура опроса и осмотра заканчивается. Все, кажется, в порядке. Вот невеста выходит. Поздравляю вас, говорит доктор. Жених в восторге. Благодарю вас, доктор. Ну зачем же благодарить меня, говорит доктор. Благодарите предков Фройлен. Можно жениться.
Через несколько лет, уже во время войны, было найдено новое практическое выражение для национальной идеи. Солдат, отправлявшихся в отпуск, снабжали специально изготовленными разборными люльками. Вот эта люлька. Солдаты должны были вручать эти люльки девицам. Солдаты получали также удостоверение о том, что если девица забеременеет, то это является патриотическим актом. Вот идет такой полностью экипированный солдат. А Гиммлер издал даже приказ, очень подробно разработанный специальный приказ. Смысл его сводился к тому, что девицы не должны отказывать солдатам. Эта девица, как видите, не отказала. Вот к ней являются официальные представители. Ей вручается букетик цветов. А сейчас ей будет вручено удостоверение. Вот он лезет в карман за ним. Удостоверение о том, что девица правильная и ребенок правильный. Такие дети назывались подарки фюреру. Ну, вернемся на несколько лет назад. В 30-х годах в городах Германии происходили своего рода государственные маскарады, такие парадные шествия. Целью этих маскарадов было, очевидно, доказать, что вся 2000-летняя история Германии была только прелюдией к Третьему Райху. Очевидно, фашизм начинается там, где начинается национальное чванство, когда человек поверил, что он лучше другого уже потому, что он немец. Глядя на эти мирные шествия, трудно представить себе, что это только подготовка к истреблению других народов. Но это так. Заглянем еще раз в будущее. Перед нами доклад полицей-президента Варшавы Штропа. Доклад-отчет об истреблении всего еврейского населения Варшавы. Этот отчет для документальности и точности снабжен вот этими фотографиями. Фотографиями людей, которые подлежали уничтожению и были уничтожены поголовно. Вот это было приложено к отчету. Они уже приготовились к смерти. Ждут только выстрела. Ждут. Доклад подписан. Бригаденфюрер, генерал-майор полиции Штраб. 1 народ, 1 империя, 1 фюрер. Итак, единство нации. Ради демонстрации этого единства вся Германия в определенные дни ела общий суп. Это входило в программу зимней помощи. Ело под звуки военных оркестров. Ein Topf в переводе «один горшок». Огромные котлы, общая похлебка и опускались мелкие монетки в кружку. Вот так. Но, разумеется, дело не в этих монетках и не в этой похлебке. Дело в том, что это было свидетельством благонадежности. Ты съел общий суп и тем самым выразил солидарность с мероприятиями нацистской партии и правительства. Это так просто – съесть тарелку супа и опустить несколько монеток. Общий суп ели даже в райхсканцелярии. Тут, правда, публика собиралась почище. Тут сам Гитлер посещал это едалище. Правда, я сомневаюсь, чтобы он ел этот суп. Ведь он был вегетарианец, как-то непоразительно. Но, во всяком случае, он опускал монетки. Вот пошла первая марка. Сейчас, быть может, да, пойдет и вторая. Подождем ради такого торжественного случая.
Ждем. Ну, не дождались, неважно. Качание. Тоже своего рода единство. Народные обычаи, правда. Но, во всяком случае, в этом качании действительно есть какое-то ощущение общего действия. А кроме того, обывателю оно помогало отогнать тревожные мысли, которые, вероятно, иной раз все-таки посещали его. Покачался, и стало легче на душе. В те годы качались действительно в массовом масштабе. Ради демонстрации единства партийные фюреры, это Геринг, посещали народные праздники. Стрельба из лука, народные обычаи. Геринг стреляет. Попал. Не знаю, как в жизни, а в кино попал. Ему подносят традиционную кружку пива. Хочешь, не хочешь, надо выпить. Единство требует. Хайль! Рейхсмаршал пьет. Выпил, вытер губы народным способом, продемонстрировал единство с народом. А вот и подлинное единство. Тот же Геринг и Крупп фон Боллинунгальбах. Тот самый Крупп. Король пушек, король танков, король всего, что убивает. В дни юбилея крупповских заводов вся верхушка нацистской партии посетила Круппа. Когда-то нацисты обещали поприжать крупный капитал. Теперь они стоят в очереди за рукопожатиями. Стоит в очереди и Гиммлер, шеф гестапо. Дождался. Прижал. Еще раз прижал. Вот, пожалуй, в эти дни ярче всего это Гесс идет, заместитель Гитлера по партии. Ярче всего была продемонстрирована подлинная сущность экономической программы нацизма. А вот и семья Круппа. Справа сейчас войдет в кадр нынешний Крупп, хозяин круппских монополий Ферге. А речь произносит тогдашний Крупп, старый Крупп. Нам интересно, чем он кончит. Хайль Гитлер, так он кончил. А вот тоже демонстрация единства, но уже на базе автобанов, автомобильных дорог. Казалось бы, невинное дело строительство автодорог, но ведь дело в том, что это были стратегические дороги. Это был первый шаг к войне. Сейчас Гитлер будет произносить речь. Он произнесет ее в обычном своем стиле самовозбуждения. Начинает он как будто даже неуверенно, а потом взвинчивает себя до крика. Готово, орет. Кстати, орет он простейшие вещи, что нужно работать, нужно трудиться, нужно строить автобаны. Словом, рабочие за работу. Все это можно было сказать гораздо спокойнее. Но это нравилось. Ахтунг. Уже высыпана специальная вагонетка рыхлой земли. Копает своей фюрерской рукой. Мы повторим этот кадр еще раз, чтобы вы полюбовались на человека позади Гитлера. Повторяем. Так. Так. И так. Строительство второго автобана открывает Геринг. Третьего Гесс. А строительство какого-то маленького автобана открывает и фюрер поменьше. И копает он как-то лениво, неусердно. Что, все? Ну что ж, можно идти. Вот промышленная выставка. По ней можно судить о том, куда шла Германия. Подводные лодки.
танки, самолеты и даже авиабомбы, и надо всем Гитлер. Моя мать была обыкновенной женщиной, но она подарила Германии великого сына. Моя фуражка ФАС. Профиль. Я на фоне гор. На фоне моря. Я и белочка. Я и девочка. Я и львы. А это я среди моих поклонников из народа. Торт, который преподнесли мне ко дню рождения. Поваров на всякий случай обыскали. Тоже подарок. Носки, которые связали мне немецкие женщины. Я и Зигфрид. Работа неизвестного художника. Жаль только, что я выглядываю из-под мышки у Зигфрида. Лучше бы наоборот. Я в хорошем настроении. В плохом. Не помню, что там случилось. Снова в хорошем. Там на заднем плане Муссолини, вы не обращайте на него пока внимания. А, автограф. Ну, подходящая спина всегда найдется. Я скрестил руки на груди. Впоследствии я нашел для них другое место. Редкостный кадр. Я обхожу почетный караул во фраке. Портной был награжден. Впрочем, фрак действительно шит хорошо. Сейчас я уйду. Я произношу речь. Кстати, в этой речи Гитлер заявил, что он достиг всего, представьте себе, прилежанием и трудолюбием. Он жаловался, что переживал очень тяжелые времена, голодал, мол, даже, но упорно стремился к своей великой цели и, в конце концов, преодолел все эти великие трудности и достиг ее. Нет, не интеллигенция дала мне силы, продолжал Гитлер, и заявил, что он всегда опирался на рабочих и крестьян. Но, естественно, 20 век, на кого же и ссылаться, как не на рабочих и крестьян? Даже Эрхард ссылается на рабочих и крестьян. Гитлер произнес великое множество речей. Все они довольно банальны по содержанию, но выполнены, так сказать, с огромным темпераментом. Но, кроме того, записаны все его застольные беседы, а это неисчерпаемый кладезь премудрости. Гитлер говорил, что прирожденная раса господ – это только немцы, и что они призваны владычествовать над всем миром, а что славяне – это прирожденная раса рабов, что большинство русских нужно уничтожить, а тех, кто останется в живых, нечего учить грамоте. Что украинцев следует снабжать бусами, как все колониальные народы, что арабы – это лакированные обезьяны, что итальянцы – ленивы, что среди румын есть один порядочный человек, да и тот Антонеску, что Швейцария – это прыщ на теле Европы, и что если германский народ не проявит твердости духа, то его тоже следует уничтожить. Вообще, заявил Гитлер, один я имею право решать, какой народ будет существовать на свете, а какой должен быть истреблен. Вот в этой речи Гитлер сказал. Некоторые утверждают, фюрер – это да, но партия – это что-то другое. Нет, мои друзья, продолжал он, я и есть партия. Это заявление Гитлера имело оглушительный успех, ему пришлось переждать овации. И так же, как я чувствую себя частицей партии, продолжал Гитлер, так партия является частью меня самого. Вы подумайте только, партия нацистов является частью Адольфа Гитлера.
Жаль, что он не уточнил, какой именно частью. А закончил свою речь он так. «И если я когда-нибудь умру, то дух мой останется жив». Зиг Хайль. Многие великие держали руки скрещенными на груди. Но Гитлер, в конце концов, действительно нашел для них другое место. Как бы это выразиться поделикатнее? Пониже пояса. Он упорно держал руки именно здесь. Если была занята правая рука, держал здесь левую. Ему стали подражать. Подражателей делалось все больше. Первым научился держать здесь руки шеф гестапо Гиммлер. Мой кроткий Генрих, как называл его Гитлер. Герингу это было труднее из-за брюха. А вот держат так руки Рэм и Гесс. Справа от вас Гесс, слева Рэм. Рэм командовал штурмовыми отрядами, был одним из ближайших сподвижников Гитлера, но однажды на параде штурмовиков он совершил грубейшую ошибку. Гитлер из вежливости, конечно, пригласил его в машину, а он всерьез принял это приглашение и вошел. Очевидно, он невнимательно читал «Майн кампф». Там ясно написано, что у партии должен быть один фюрер, а не два фюрера. Ну, кроме того, Рэма недолюбливали военные, они побаивались его штурмовиков. В общем, пришлось его пристрелить, а личный фотограф Гитлера вынужден был испортить несколько памятных фотографий. Ну, хватит о Гитлере. Все, Гитлер, Гитлер. Надо же сказать несколько слов о Муссолини. Вот он идет. Все-таки это был предшественник. Да и слово фашизм – это итальянское слово. Муссолини первым изобрел этот жест, а Гитлер только повторил его. Муссолини первым стал долбать киркой, а Гитлер уже потом копал лопатой. Но кроме того, Муссолини работал на молотилке, а это для Гитлера было просто недоступно. Что до саморекламы, это написано слово «дуче». «Дуче» в переводе означает «фюрер», «вождь». Так вот, что до саморекламы, то Муссолини превзошел самого Гитлера. Такую стенку и в Третьем Райхе не увидишь. Зато факельные шествия Муссолини были недостаточно организованы. Производит такое ощущение, что они сейчас подожгут Рим. Однажды Гитлер сказал, что Муссолини, несомненно, является потомком древних Цезарей. Похоже. Вот посмотрите, там в глубине сейчас поднимется из толпы его портрет. Очень забавно. А это дуче произносит речь. Очень интересно по поведению его, по его мимике. О, смотрите. Но кроме того, интересно, что правая половина кадра запечатана. Обратите внимание. Она запечатана черным. Там стоит кто-то, кто очень раздражает Муссолини. И фашистские кинематографисты решили запечатать эту половину кадра, чтобы не было видно, кто там стоит. А стоял, по-видимому, король Виктор Эммануил. Муссолини презирал его за маленький рост, вообще ревновал его, недолюбливал. Содержание речи, в общем, нам не интересно. Ее нужно смотреть, а не слушать. Посмотрите на этого дуче. Очень забавное явление. Ну, хорош, а? Просто хорош. Во! Но вот это Муссолини явно позаимствовал у Гитлера.
Ну, расстанемся с Муссолини. Мы покажем вам несколько его скульптурных портретов. Тем более, что мы переходим к вопросу об искусстве фашизма. Вы думаете, это очередной парад? Нет. Это Гитлер посещает выставку скульптуры и живописи. Кстати, произведение для этой выставки отбирал лично Гитлер. Посмотрите внимательно на лицо этого солдата. Вот опять Гитлер. И опять Гитлер. И опять Гитлер. Кое-что перепало и Герингу. Ну что тут поделаешь, как бы говорит эта статуя. А вот то, что не поместилось на выставке, да и не могло поместиться. Это мастерская Торака, ведущего скульптора Третьего Райха. Гитлер говорил, когда мы будем проводить представителей покоренных народов через Берлин, они должны быть потрясены и подавлены величием наших монументов. Действительно, мяса много. Груды мышц и никакой мысли. А из животного мира сохранились только лошади. А вот особый случай. Воин-завоеватель. Такие вот памятники, только 30-метрового размера, должны были стоять по границам Нового Райха. На Урале, на Белом море, на Черном море и на вершинах Кавказа. И уже заготовлена статуя раба. То, что ожидало нас с вами. И голова победителя, от которого нечего ждать пощады. Перейдем, однако, к вопросам литературы. Гёте и Шиллер между двумя свастиками. В этом домике в Веймаре проходила выставка немецкой книги. Ее посетил Геббельс. Ну, на почетном месте, естественно, лежали сочинения самого Геббельса. Трудов, как видите, не пожалели. Автор доволен. А что до остальных разделов выставки, то о них можно судить по этим вот витринам. Гитлер здесь, Гитлер там, Гитлер в Италии, Гитлер на родине. Вот так. А вот и сами писатели. Их ведут завтракать под скромной охраной. Кормят, в общем, прилично. Что до качества самих писателей, то не в защите. Что осталось, то осталось. Потом они выслушивают наставления Геббельса, о чем писать и как писать. Мотают на ус, вынашивают творческие планы. А это уже эстрада, театр, кино. Надо же обывателю когда-нибудь отдохнуть, полюбоваться красивой жизнью.
Очень, очень мило. Разница между этими girls и, скажем, американскими или там французскими, английскими girls заключается в объеме бедер. У girls Третьего Райха должны были быть мощные бедра. А вот и Марика Рок, главная звезда гитлеровского кино. Немножко секса. Обыватель Третьего Райха жил не очень-то легко. Работал много и трудно. С продовольствием было неважно. Геринг говорил, что от масла только жиреют. Надо было чем-нибудь заменить масло. Вот вполне подходящая замена. И, кстати, это нравилось. Это нравится до сих пор. Боюсь, что это еще долго будет нравиться. Комический дуэт. Стандарт бедер тот же. Ну, а тут действуют совсем другие нормативы. Это вамп. А вамп положено быть тощей. Это закон. Посмотреть на такую, а потом вернуться к законной жене, к скучной работе. Все-таки самым важным, самым главным в искусстве Третьего Райха было вот это. Парады. Это было подлинное искусство. Именно здесь безудержный полет фантазии и творческое вдохновение давали блестящий результат. И, кстати, это искусство имело массовый успех. Первоклассный солист. Нет, вы полюбуйтесь только на самозабвенный восторг этого виртуоза. Кстати, это Рихтхофен, командир легиона Кондор. Это он бомбил Гернику, Мадрид, а потом Сталинград. Браво! Бис! Ну, попытаемся немного отдохнуть от этого кровавого фарса. Поглядим на детей Третьего Райха. Прекрасные дети, маленькие люди. Они возятся, слушают шарманку. Правда, шарманка играет официальный нацистский гимн «Хорст Вессель». Но ведь дети-то еще не знают, что это такое.
солнце. Тетя, папа и мама, труба и барабан. Мальчишки всегда любили рисовать солдат. Штык, ружье, нож, танк, свастика. А вот и школа, первая пропись. Хайль Гитлер. С этого надо начинать учение. Другая пропись. Штурмовики маршируют, мы приветствуем знамя. А вот примечательное стихотворение ко дню рождения фюрера. Ты там, где немецкие сердца бьются сильнее, где немецкие руки работают, где немецкие дети смеются от счастья. Мы приносим тебе наши сердца, ты фюрер, ты спаситель Германии, ты надежда, ты верность, ты любовь, ты вера. Я люблю тебя всем сердцем, я хочу принадлежать тебе. Я хочу служить тебе каждый день и каждый час, как верный воин и храбрый солдат. Примечание. Не для чтения, для заучивания наизусть. Теперь надо научиться стоять смирно, пожирать его глазами, впитывать каждое его слово, тем более, что сейчас он обратится с речью к германской молодежи. Чего же он хочет от германской молодежи? Германская молодежь должна быть сильной, ловкой, упругой, как кожа, быстрой, как гончая собака, и крепкой, как круповская сталь. Все. Больше от вас ничего пока не требуется. И дети в восторге. Телами детей написано: мы принадлежим тебе. Но дети еще не понимают, что стыдно принадлежать кому бы то ни было, хотя бы самому фюреру. Они смотрят на него с обожанием. А ведь им еще придется каждый день и каждый час в течение долгих лет слышать, что он непогрешимый, что он всегда прав, что он великий, что он спаситель, вера, надежда, любовь, что он мудрый. Гитлер говорил: немецкий мальчик должен с детства уметь переносить побои и привыкать к жестокости. Вот они привыкают к жестокости. Посмотрите, какие лица выбрал оператор. Привыкают к побоям. Лей как-то сказал: в 4 года мы даем ребенку в руки флажок, и с этой минуты, сам того не ведая, он поступает к нам в обработку, которая продолжается до самой его могилы. Они должны превратиться в тесто, из которого можно выпечь все, что угодно. В икру. И вот важнейший этап. Сейчас они будут давать клятву верности Адольфу Гитлеру. Послушаем эту клятву. Дают клятву вчерашние мальчики, вчерашние школьники. Они выучили наизусть все положенные прописи. Они знают, что Гитлер непогрешим. С его именем на устах они будут умирать. Его именем они будут убивать. Его именем они будут грабить. Но клятву давали не только солдаты. Клятву давали медицинские сестры, служащие, чиновники, почтовые, железнодорожные работники. Клятву верности Адольфу Гитлеру давала вся Германия, ибо вся Германия должна была быть связана круговой порукой. И, разумеется, давали клятву члены нацистской партии.
Эта клятва была самой краткой. Вот ее текст, дословно. Я клянусь в верности Адольфу Гитлеру. Ему лично, а также всем начальникам, которых он поставит надо мною. Клянусь безоговорочно выполнять любое их распоряжение. И все. Нет даже слова «Германия» или слова «Родина», слова «Народ». Поклялся безоговорочно выполнять любое распоряжение любого начальника, и можешь надевать шапку. По существу люди клянутся в том, что они перестанут быть людьми. Они добровольно отказываются от права и долга любого человека, от права и долга мыслить, думать. Да, была и другая Германия. Эти люди еще помнят крушение Кайзеровской империи, германскую революцию 18 года, ровно через год после нашей Октябрьской революции. Они помнят эти грузовики, полные вооруженных рабочих и солдат, толпы народа на улицах, митинги, речь Либкнехта. Как это похоже на нашу революцию? Как эти люди похожи на наших людей? Как похож этот воздух свободы? Но они помнят, чем кончилась революция. Убийство Либкнехта и Розы Люксембург, кровавые расправы. Они работали. Они всегда работали. Немецкий рабочий, великий мастер, великий труженик. Вот они перед нами. Они еще помнят грандиозные пролетарские демонстрации 20-х годов. Они были тогда гораздо моложе. Они верили в социалистическое будущее Германии. Вот так выходили на улицы. Кто-то из них, быть может, нес этот плакат, на котором написано «Фашизм – это голод и война». Или видел Тельмана. В этих дворах помнят, чем кончались такие демонстрации. Сюда приносили раненых, а иногда и убитых. Германский рабочий класс был расколот. Его легко было бить по частям. Его били по частям. Били. А выигрывал вот этот. Нет, я не хочу сказать, что германский народ был слеп. Он был обманут. Раз уж приходится жить при Гитлере, приходится и работать. Любая работа, чтобы жить. Вот перед нами рабочие.
Некоторые из них еще помнят, быть может, последнюю демонстрацию Ротфронта. Ротфронт был уже запрещен, и выходить на улицу было смертельно опасно. Многие ли из этих людей дожили до нашего времени? Они исчезли. Исчезли за колючей проволокой. Да, все-таки была другая Германия. Одна из заповедей нацизма начиналась так. Ты ничто. Мы хотели найти, ну, хоть какие-нибудь кадры, ну, просто горожан. Хотелось посмотреть, как жил рядовой человек в эти годы. Ведь не все же время он кричал «Зиг Хайль». Но среди 2 миллионов метров нацистской хроники мы нашли всего несколько вот этих посредственных кадров. В самом деле, стоит ли снимать людей, если каждый из них ничто? Правда, заповедь продолжалась. Ты ничто, а твой народ это все. Но можно ли поверить, что народ все, если каждый представитель народа ничто? Ну вот пробил час. На улице выспали черные толпы эсэсовцев. Что-то произошло. Как горох посыпались медицинские сестры. Зачем так много сестер? Ну, просто предстоит массовая истерика восторга. Уже работает хроника, все ясно. Фюрер прибыл. Теперь стоит снимать. Итак, ты ничто, а твой народ это все. А народ Гитлер любил называть массой. А с массой, говорил Гитлер, нужно обращаться как с женщиной. А женщина, говорил Гитлер, охотно подчиняется силе. И нечего рассчитывать на разум масс. Нужно воздействовать на их простейшие чувства. Вот он и воздействует на эти простейшие чувства. Запланированный инцидент. Несут 2 младенчиков с букетиками. Очень трогательно. Воздействовал на чувства, можно ехать дальше. Незапланированный инцидент. Букетик цветов по собственной инициативе. Отлично, дальше. Совсем незапланированный инцидент. Прошение. Ничего, улыбнуться. На всякий случай обыскать. Вот. Ударить. Поехали дальше воздействовать на простейшие чувства этих самых масс. Массы косны и ленивы, говорил и даже писал Гитлер. Читать они не любят. Думать тоже. Они должны видеть перед собой одного врага и знать одного Бога. Вот он, этот Бог. И тогда они пойдут за тобой, ибо каждый из них ничто, а вместе они масса, а с массой нужно обращаться как с женщиной, а женщина охотно подчиняется силе. И кроме того, говорил Гитлер, масса испытывает необходимость в том, чтобы дрожать. К сведению будущих кандидатов фюреры, при современных методах пропаганды это вполне доступный и практичный способ быть вознесенным на небо еще при жизни.
И вот настал момент, когда нацизм приступил к выполнению своей главной, важнейшей, быть может, единственной задачи. Это началось в Испании. Фюрер приказал, мы исполняем. А это уже Польша. Фюрер приказал, мы исполняем. Ведь мы давали клятву. А думать нам не положено. Горит Варшава. В прошлом столетии великий Роден создал эту статую мыслителя. А 10 тысяч лет тому назад неведомый скульптор изваял вот этого мыслителя, который смотрит в будущее и как бы вопрошает его. А этой наскальной живописи 20 тысяч лет. Человек еще жил в пещерах, ходил в звериных шкурах, работал каменным топором, но он был великим художником, созидателем, творцом. Он понимал красоту линии, совершенство формы, выразительность движения. Краски на стенах этой пещеры не потускнели за 20 тысяч лет, хотя исчезли животные, которые населяли тогда землю. Первобытный человек знал даже условное искусство. Вернемся, однако, в 20 век. Неужели вот это образ нашего времени? Неужели вот это останется памятником нашей эпохи? Впрочем, летчику сверху разбитые дома кажутся тихими, мирными, даже красивыми. А люди сверху кажутся муравьями или тараканами, их не страшно расстреливать. Еще вчера эти люди мирно жили в своей стране, работали, любили, мечтали. Теперь они за колючей проволокой. Они не понимают, куда их гонят и что с ними будет. Мы еще узнаем, что с ними будет и куда их гонят. А пока война изображалась как веселая прогулка. Шли по Европе такие веселые ребята, шли и ухмылялись. Шли по Бельгии, Голландии, Дании. Топтали мостовые Парижа. Шли по Балканам и как туристы поднимались на Акрополь. Утро 22 июня 41 года. В это тихое утро берлинцы узнали, что началась война против Советского Союза. Впрочем, утро это ничем не отличалось от любого другого утра. Оно казалось таким обычным, спокойным. И никто не подозревал, что в эти часы решилась судьба Третьего Рейха. И уж никто не знал, что война начата несколько часов тому назад. Начата без предупреждения. Что уже несколько часов сыплются бомбы на советскую землю.
Вот сидят москвичи, наши современники. И каждый думает о своем. Вот так же сидели они и думали, каждый о своем в то июньское утро. И все казалось так просто, так буднично. И так хорошо, и спокойно. А ведь в судьбе каждого из нас остался шрам, незаживающая рана. У кого убит сын или брат, отец или мать, или погибла вся семья, или разрушен дом, или сломана пополам жизнь. Но важным кажется только то, что происходит сейчас, то, что происходит в тебе, сегодня, вот сейчас, сию минуту. Они думают, они любят, они говорят, они живут. И это самое важное. Кто эти двое? Или вот эти студенты, будущие кибернетики или химики, или строители ракет, что они обсуждают? И что волнует этих двух? Что приводит его в такое отчаяние? Или эта девушка, объясняет ли она важную научную проблему или рассказывает, как проехать на дачу? Или эти две? Может, это сотрудница научного института, обсуждать что-то очень важное, а девочке хочется танцевать. А может, это просто домохозяйки, их беспокоит характер соседки. А девочке хочется танцевать, и она все не дождется, чтобы ушла эта тетя. И мама даже не заметила, что ушла девочка. Так волнует их этот разговор. Или эти трое. Так важно то, что происходит между ними вот сейчас. И так хочется им пройти жизнь красиво и дружно. И мне хочется, чтобы они прошли жизнь дружно и красиво. Чтобы с ними не случилось того, что случилось с нами в июне 41-го, когда день превратился в ночь. Шли веселые ребята по нашей земле. Такие симпатичные, красивые, воспитанные. Работали и отдыхали. Снова работали. Имена этих известны. У них в нагрудных карманах найдены пачечки фотографий. Сняты они сами, их жены, матери, дети. И вот это. Вот это они носили рядом с фотографиями своих детей и матерей. До какого же состояния нужно довести человека, чтобы он такое носил на память, как приятные воспоминания. Из личного архива начальника Лепайского гестапо. Брат и сестра. Сестра уже раздета. Брат раздевается. Через минуту их не будет на свете. Посмотрите, рядом с чем снялся этот весельчак. Что он носил на память?
Львовский погром. Фотографии, приложенные к официальному отчету. Но даже в такую минуту человек может остаться человеком. Святая нашего столетия. Людей гнали как скот, и скот гнали как людей. Первая партия продуктов — Украина-Берлин. Сам министр продовольствия вышел встречать эшелон. Ради такого торжественного случая сняли даже магазин. Очевидно, для того, чтобы показать, как хорошо в Третьем Райхе, как сытно. В эти годы успешно работало общество Крафт-Дюрфройде. Сила через радость. Общество занималось туризмом, спортом, отдыхом. В один из туристических маршрутов входило посещение Варшавского гетто. Вот мост в гетто над двумя стенами. Сюда согнано 500 тысяч человек. Согнано на голодную смерть. Это любительские кадры. Я не знаю, кто их снимал. Я не понимаю, какую силу и какую радость могло доставлять посещение этого гетто. Иногда ребятам постарше удавалось удрать, чтобы добыть немного пищи для матери или для сестры. Это кончалось вот так. Но даже в гетто ребенок творил. Не было карандаша, рвал фигурки из бумаги. Правда, эти фигурки не из Варшавского гетто. От Варшавского гетто не осталось ничего, не осталось даже пыли. Это рисунки из другого гетто. Дети рисовали, вспоминали прошлое. И прошлое казалось им светлым. Ведь ребенок-то рожден для счастья. Не наблюдали настоящее. И мечтали вот так уехать из гетто. Но они уехали вот так. Большой писатель, великий педагог Януш Корчик пошел в гетто и отказался выйти оттуда. Он до конца оставался с детьми и был увезен вот в таком эшелоне. До последней смертной минуты он был с детьми. Он рассказывал им сказки и был найден мертвым в газовой камере. И мертвые дети обнимали его.
В эти ворота вошло 4 миллиона человек. 4 миллиона. Эшелон прибыл. Эти фотографии сняты эсэсовцем, страстным фотолюбителем. Сняты, несмотря на категорическое запрещение снимать в концлагерях. Перед вами селекция, отбор. Направо тех, кто еще должен жить в лагере. Налево тех, кто должен быть немедленно уничтожен. Направо тех, кто поздоровее и помоложе. Налево стариков, слабых, больных. Детей меньше, чем 1,20 м, налево. Некоторые дети знали это и подымались на цыпочки, когда проходили под мерной палочкой. А их стегали прутиком. Не обманывай. Потом всех раздевали донага. А затем, весь мир знает, что было затем, газовые камеры и печи. Вот все, что осталось от эшелона. А тех, кто еще должен был жить в лагерях, одевали в лагерную одежду. И недели через 3 они становились вот такими. Каждый из них проходил казенное фотографирование. Профиль, фас. Сохранились тысячи, десятки, сотни тысяч этих казенных карточек. Мы взяли несколько из них, чтобы вы могли посмотреть в глаза тем, кто прошел свой смертный путь в Освенциме. Их давно уже нет на свете, но глаза еще живут. Глаза еще глядят на нас. Каждый из них, работая в лагере, приносил Третьему Райху около 1500 марок дохода. Кроме того, 200 марок давало так называемое рациональное использование трупа и личных вещей. Итого, за вычетом 2 марок на отравление и сожжение, приходилось в среднем с души 1631 марка дохода, включая стоимость волос, зубов, костей и пепла. Дом коменданта лагеря, его жена, его отдых, его друзья, его работа. Дневник лагерного врача, доктора медицины, доктора философии, экстраординарного профессора Йозефа Крамера. Мы приведем всего 2 отрывочка. Сегодня присутствовал при специальной акции. Это страшнее Дантова ада. Выписал из Берлина новые брюки, сапоги и куртки. Снова на специальной акции. На этот раз подлежали уничтожению истощенные женщины. Они знали, что им предстоит, и эсэсовцам пришлось повозиться с ними. На обед суп из помидоров, полкурицы, сколько угодно пива и ванильное мороженое. Вечером приятное общество у коменданта. В Майданке осталось 800 тысяч пар обуви, которые не успели отправить.
директор одного из заводов химического концерна IG Farben Industrie, писал: «Прошу срочно доставить новую партию польских девушек, прежняя уже исчерпана. Обратите особое внимание на состояние здоровья отобранного материала». Комендант отвечал: «Новая партия девушек отправлена, отобрать лучший материал не могу, товар стандартный». Но и Майданек, и Освенцим, и Треблинка были только действующими моделями и школой кадров для огромных лагерей истребления, которые Гиммлер собирался построить за Уралом. Там намечалось истребить за короткий срок 60 миллионов только русских, не считая других народов. Уже были разработаны планы, проекты подъездных путей, намечено размещение заказов на оборудование. Фирмы Третьего Рейха готовились к большой работе. Они плачут. Они плачут от умиления. Нет, я не хочу сказать, что их умиляют газовые камеры. Вероятно, они не знают про них. А если бы им рассказали, они бы не поверили. А если бы они увидали своими глазами, то, думаю, их легко было бы уговорить, что это необходимо для блага Третьего Рейха. Какая-то патология, массовые заболевания. Ну, тянись, тянись к своему Богу. Хватай его за палец. И все-таки была другая Германия. Вот перед вами юноша у позорного столба. На груди у него плакат. «Я сказал нет, я предатель народа». Значит, были же юноши, которые говорили Гитлеру «нет». Были же люди, которые год за годом упорно говорили нацизму «нет». Нужно много мужества, чтобы умереть. Но, быть может, не меньше мужества нужно, чтобы говорить «нет», когда кругом говорят «да». Чтобы оставаться человеком и борцом, когда люди кругом перестали быть людьми. Чтобы думать, когда думать запрещено. И посмотрите, какие прекрасные лица. Их было немного, но они были. Были всегда. Эти люди не только гордость немецкого народа, они его надежда. Потому что в таких людях будущее Германии. Каждый год они усиленно готовились к зимней кампании. Похлопать себя по коленкам, вот так. Потом по заднице, вот. Потом попрыгать немножко, вот так. И все в порядке, никакой мороз не страшен. На деле, однако, все это обернулось чуть-чуть по-другому. Один из немецких солдат, попавших в сталинградский котел, писал жене: «В том, что произошло, есть и моя доля вины. Разумеется, она невелика. Это всего одна 70-миллионная доля вины немецкого народа. Но я жизнью отвечаю за эту 70-миллионную. Если бы все они рассуждали так. Если бы они рассуждали так всегда, не только в таких вот обстоятельствах. Если бы все люди на земле всегда рассуждали так». Двадцать миллионов жизней. 20 миллионов лучших жизней нашего народа отдали мы за то, чтобы не стало на земле фашизма. Теперь война катилась на запад.
катилась неудержимо. $20 миллионов. Они умирали и верили, что фашизма не будет. Нигде на свете. Ни в одной стране. Никогда. Мая нынешнего 65-го года собрались без всякого зова, сами по себе. Собрались на Красной площади бывшие солдаты. Искали своих однополчан. Некоторые нашли. А вот этот из 21-го гвардейского полка не нашел никого. Не пришли. А эта женщина-врач нашла паренька, которого когда-то спасла. И вот они вспоминают, как это было. А девушка, которая никогда не видела войны, слушает их. И этот нашел. Нашел своих. И, быть может, это лучший день его жизни. Но сколько еще нужно прожить до этого дня? Сколько еще нужно сделать? Сколько еще нужно пройти? Еще нужно дойти до Киева, а потом до Варшавы, пройти Румынию, Венгрию, Болгарию, Польшу, ворваться в Германию, дойти до Берлина и умирать, отдавать жизнь. Тотальная война или капитуляция, говорит Геббельс. Хотите ли вы капитуляции? Нет. Хотите ли вы тотальной войны? Да, хотим. Да здравствует тотальная война. Тотальная война. Все то, что увидели до сих пор, это еще не тотальная война. Вот лицо тотальной войны. Это женщина, эти двое детей, убитые из пистолета в упор. Из пистолета в упор. Из пистолета в упор. Сколько же нужно было вырастить убийц, чтобы убить из пистолета в упор? Задушить газами или сжечь живьем, или расстрелять из пулеметов? Миллионы, миллионы, миллионы женщин и детей. Сколько нужно было этих равнодушных исполнителей, готовых сравнять с землей все, что столетиями создавал человек. Но не помогла тотальная война, да и не могла помочь. Это московский ипподром, лето 44-го. Это военнопленные. Вот люди, на которых было возложено исполнение июльского приказа Гитлера. Славяне должны стать неисчерпаемым резервом рабов в духе древнего Египта или Вавилона. Теперь москвичи могут поглядеть на этих несостоявшихся рабовладельцев, надсмотрщиков, помещиков, губернаторов. А этот мясник из Восточной Пруссии может поглядеть на советских солдат. Вот люди, которые решили исход
этой схватки, самый тяжелый, самый кровавый за всю историю человечества. Ну что в них примечательного? Да ничего. Даже орденов что-то не видно. Так, медали. Когда-то Гитлер обещал, лет через 10 берлинцы не узнают своего города. Действительно, трудно теперь узнать германские города. Но привычка делает свое дело. Свастики, плакаты. Наши стены разбиты, но наши сердца нет. А Геббельс снова говорит о тотальной войне. Все та же речь, и те же люди слушают. Но что-то новое появилось в лицах. Глядитесь. Они думают. Вряд ли они даже слышат, что говорит сейчас Геббельс. Они думают. Впрочем, привычка делает свое дело. Зиг Хайль. И все та же клятва. Клятва-то та же, а вот люди стали другими. Люди думают. Гремят барабаны. И Геббельс обходит строй. Ищет, кого еще можно послать в огонь, чтобы хоть на несколько минут продлить свое существование. Детей в огонь, стариков, женщин. Вот их учат стрелять из фауст-патронов. Это так просто, мадам. Прицелиться чуть ровнее, нажать, бац, готово. Последняя съемка Гитлера. Тоже обходит строй и ищет, кого послать в огонь. Вот этого мальчика. И этого, конечно. Поздно. Война уже ворвалась в Берлин. Истекают последние минуты Третьего Рейха. И в эти последние минуты еще умирают люди. Конец. Растет трава, рождаются новые люди. И там, где рушились стены, идут школьники. Это Германская Демократическая Республика, Берлин. А этим двум девочкам ужасно не хочется идти в школу. Им хочется обходить вокруг каждого дерева, сколько их не попадется по дороге. А вот еще одно дерево, вокруг которого можно обойти. А вот идет мальчик. Это уже интересно, стоит остановиться. Что они знают о фашизме, даже эти девочки постарше? Что они знают о войне? Разве что родители рассказывали. Что знают о войне и фашизме эти молодые парижане? О,
Им хочется танцевать. Хочется танцевать и любить. И в конце концов они имеют на это право. Это милая молодежь. Смотрите, какая очаровательная девчонка. А знаете, кто поет в кабачке? Племянница Гитлера и зять Муссолини. Времена-то изменились. Все растет. Все движется вперед. Все меняется. И спорт находит новые формы. Искусство находит новые формы. Что ж, очень мило. Выставлено. Привлекло внимание знатоков. Особенно дырка. Куплено. Это тоже, пожалуй, куплено. Это называется монокини. А это конкурс на образцового мужчину. Конкурс на звание «Мистер Германия». Но, разумеется, это не «Мистер Германия», это «Мистер ФРГ». Есть ведь еще и другая Германия. В общем, действительно образцовый мужик. Ну, а где есть мистер Ферге, там должна быть и мисс Ферге. Конкурс названия «Мисс Западная Германия». Люди хотят любить, хотят рожать детей, девочек, мальчиков. А с мальчиками может случиться вот такое. Это обучение морской пехоты. Америка. Снова людей стараются превратить в животных. Пожалуй, не без успеха. Это уже не Америка. Это Западная Германия. Маневры НАТО. Иногда кажется, что эта книга извлечена кем-то на свет Божий. А вместе с нею откуда-то из-под земли выползли вот эти живые трупы в гитлеровских орденах. Эти бывшие эсэсовцы. Эти милые мальчики. Впрочем, бургомистр Западного Берлина Вилли Брандт заявляет, что пора прекратить разговоры о фашизме. Прошло, мол, 20 лет, и наше долготерпение, мол, исчерпано, хватит, нечего ворошить прошлое, никакого нацизма ныне нет на свете. Может быть, он прав, вот ему аплодируют. Но тогда во имя чего бьют эти барабаны? И во имя чего это шествие, такое похожее, как будто уже виденное нами? Думается мне, что раковая опухоль вырезана, а метастазы остались, и не только в Западной Германии. Вот вам Мосли, Англия. Правда, он постарел, полысел, и молью трачен, и зубы поредели. Но ведь все еще говорит,
Ему аплодируют совсем молодые люди, значит, есть смена. И полиция уже готовится защищать его, потому что сейчас он выйдет. Вот он идет. Минуточку. Готово, бьют. Ведь все-таки в неизменности английских традиций есть что-то величественное. И посмотрите, какой темперамент. Где эта пресловутая английская сдержанность? Посмотрите, как действует эта дама вот тут в правом углу кадра с сумочкой. И вот этот полицейский, просто очень-очень живо. Правда, Мосли приходится выступать теперь из укрытия. Так труднее добраться до его физиономии. Зато он может улыбаться. А пострадавших складывают в сторонки. Если это можно в Англии, почему нельзя в Западной Германии? Почему нельзя осквернять еврейское кладбище, писать вот такие надписи на могилах и ставить знаки СС? Писать, что мало вас подохло. А вот тут написано, вы думаете, фюрер мертв? А мы думаем, нет. Ведь эта надпись, эти знаки спорят с Вилли Брандтом. Так же, как этот реваншист, который показывает язык нам с вами. Или этот его скандинавский единомышленник. Или этот паренек со свастикой. Это глава американских фашистов, Роквелл. А это фюрер шведских фашистов. Свастики американские, чилийские, французские, португальские. Сколько их? Правда, свастики меняются, но ведь существо-то остается тем же. Может быть, они думают, что мир не изменился, что возможен новый Мюнхен, новый поход на восток. Вот эти свастики идут мимо Белого дома в Вашингтоне. А на плакатах написано «Свобода Рудольфу Гессу». Тому самому Рудольфу Гессу. Он еще жив, сидит в тюрьме. Живут и западно-германские монополии. Процветают их хозяева. И посмотрите, какие уверенные в себе. Какие аристократичные. Какие холеные. Самодовольные. Какие пасхальные открытки. Как они глядят на нас, все эти тиссены и флики. Да, дела у них идут неплохо. Перед вами великосветский бал в Западной Германии. Правда, если говорить откровенно, бал этот недостаточно великосветский для Круппа, для Тиссена, для Флика и им подобных. Они никогда не любили сниматься. Они не любят сниматься и сейчас. Они любят оставаться в тени. Но все-таки перед вами сливки общества. Министры, знаменитые киноактеры, крупные промышленники, дельцы, к их услугам все, девочки прямо из Парижа. Ну, пока девочки танцуют, вспомним, что эта война принесла Круппу, Тиссену и прочим по 100 марок дохода от каждого убитого, какой бы национальности он ни был, русский, француз, американец или даже немец. Если им придет в голову написать новое письмо новому Гинденбургу, оно будет подписано уже не 2 миллиардами марок, оно будет подписано 20 миллиардами марок. И в сочетании с морской пехотой, в общем, есть о чем подумать. Давайте лучше поглядим на дельфинов. В последние годы выяснилось, что мозг у дельфина не менее сложен и не меньше человеческого. Они даже, кажется, умеют говорить на своем дельфиньем языке. Во всяком случае, они очень умны и очень добры. Добрее многих людей. Есть предложение использовать их в военном деле, как локаторы, кажется. Пока они возят лодочки, а генералы пока обходятся без дельфинов. Этой техники не было у Гитлера. К счастью, ее не было у Гитлера. Если бы вот это было у Гитлера, если бы вот это было у Гитлера, вы думаете, он колебался бы хоть секунду? Даже Трумэн решился.
человечества. Не знаю. Может быть, от человечества осталось бы только вот это. В общем, война пока обходится без дельфинов, техники хватает, средств хватает, и все-таки я верю в то, что человек разумен. Ведь он рождается прекрасным. Плохих детей нет. Все дети во всем мире хороши. Все зависит от того, что мы с вами вылепим из этих детей. Во что мы с вами превратим их. Курочка-ряба снесла яичко. Не простое, а золотое. Дед бил-бил, не разбил. Бабка била-била, не разбила. Курочка мыском вязала, хвостиком махнула, яичко упало, разбилось. Дед плачет, бабка плачет, а курочка кудахчет. Не плачет бабка, не плачет детка. Я вам снесу другое яичко, не простое, а золотое.